Вот вара, черепок. Там паладины вроде разбафли уже, кто что, вот я вижу. Крест дал Акинари, каску. Молидес, кулак, орка. Думаю, дальше как-то... О, сова. Это молодой. Леша, Ну, я опять вот вылез? этого... Чё-чё? Леша, опять вылез? Ты пропала. Чё говоришь, Лёша? Я говорю, Леша, вылез он. Он, по-моему, не заходил. О, он сидит вверху. Вот этого вара помню, Хардго. Он по КД дох на трэш, и сейчас сдохнет. Ты не изменяешь канонам, да? А, еще я помню, он был без диса. Или слышишь? А, нормально. Просто в прошлый раз ты вроде без диса был. Ой, ты там танчишь? Угу. Блять, я отдаю одну пытку. И все, уже фейм желтый. Да я хули, я же, блять, не мишка в 4D5. Я хочу уже мишку в 4D5, чтобы, блять, вот этот 10 мобов ебучих танчить, как бог просто. Там есть что, лутер на тебе там, иногда есть чучек. Боешь. Если есть возможность. А ты мне кинь релку, я тебе ассист отдам. И я люблю делать, знаешь как, типа лутера. Ставишь, короче, групповой, боешки чекают за тебя, а ты меняешь потом. Ну давай. Поиграем у людей на нервах. Топ. Ловко. Так, чекаешь. Чекать не надо. Бригад. Не, мне просто, честно сказать, у меня просто привычки нет чекать. Я... Те годы, что играю, и нет такой хуйни проверять, вот тут реально как-то плохо. Всю жизнь кто-то чек, но никогда ничего не чекал, не летал. Ну, изредка, знаешь, когда заморочка есть какая-то. Не, я вот в ППшках бомжу по КД, вот не ставлю. В этих вулканайских гробницах, где там, знаешь, в конце скелетов много, в последней комнате. Угу, да. Я пока одевался там, прям последние 2 секунды. Да нихуя там так по одной голде пособирать, по-моему. Даже... Ну, майор, я пока. Потом копеек он падает. Вот, нифига. Утешок с лишним капает. Ты
чувствую, что сейчас тихонят, и он зверей полирнет. Второй раз. А, он заходит и вылетает, да? Угу. Я просто не смотрю за это. А он может чекать этих подземных, конечно, не выходит. Сейчас пошел. Че, сколько стоит? 200 голд, да? Ну-ка. Сопрут. Я уже устал бафать, хватит дохнуть. Ты не бафай пока, ты. Сейчас придём. Быстрее трэжи зальем. Как трепа называется? О, пепельный фильм. Там у Лёхи обнова, короче. Ну кто же будет? А чё тут тишина, как в гробу? Чёрный юмор. Ещё не вайпали, никто друг друга не посылает. Просто про товар рассказал нам тактику убийства боссов, и мы просто молчим, обдумываем. Как, успешно или нет? Ну да. Короче, еще зеленка мне идет, да, я смотрю. Кто? Как будем убивать? Он говорит, дает шеве, короче. Ну, типа потом нормально будет. Шеве от чего забехал? Ну, я поугарал, просто раз ты рассказывал. Типа про это, про сидру 10 гер. Шеве, говорит. О, рецептик. Мы в 25-ке, когда вот первый раз убивали Сендро, давали шевешку, давали визитку. И массакру. Что, мы притяжку плюс забили, да? Ну, у нас не хватало ДПСа просто. И мы на притяжку херс положили и просто по очереди массы выдавали на притяжке. Она откатывалась на каждую притяжку. И рейд не просит ДПСи. Ну, в обычке заебись, там дамага-то всего 30 тысяч, а в гере хуйненько. Там побольше, по-моему, это ж 50, да? Мак, нет, если ты одинаково, тут... что в обычке, что там бьет одинаково. Поставь столик. Че, может, 2 минуты покурим, пока люди настроятся там, туда-сюда на рейд, блок пройдет как раз. Еще дизморали не было? Вроде сейчас не было. Сейчас я начну. Да. Почту можешь поставить? Я прогружаюсь. Просто есть на СПД фласку я тебе бы шамана и на сопрот. Кто-нибудь хочет поиграть со мной в игру на голду? Это ролл кидать? Нет. Это больше... если выше меня, то значит я даю голду. Если ниже меня, значит он мне. Ну он батя фиксиков сыграет. В рекаунте. Блять, какого хуя он кашет? У нас минус ДД, поэтому надо вставить добор. Все, я здесь.
Подожди, я поставлю добро. Воля? А какой минус, да-да? Лок уже писал, что зайдет. Ну, его нет, он уже давно. Ну, он написал в рейд, что он там что-то качает, Сирус перезапускает. Ну ладно, ладно. Сейчас выкинуло, и это 3 минуты типа было. Во, он как раз зашел. А другой да. Ливнул. Там 40 метров обнова зашла. Паладин ливнул. Не ливнул. Кто-то один ливнул. Это про товар не любит, брат. Шторы ДД есть? Вроде бы он, да? Да. Есть, по-моему, у него. Сова, по-моему, есть у него. Так, сама иди туда. Ой, очко, блядь. Ставьте шкаф. Язык поменял. Но про товар ничего так. Чё, знает, сколько шива длится? А чё по прогнозам, какой РДД будет в топе по ДПС? Кому там МК кинуть? Прости. Вы чё до протвара доебались, не пойму? Не нравится, я уйду. Возьмите другого танка. Чё мы сгибёте? Нет. Или у вас какой-то локальный мем там, я что-то ну, нихуя не понял. Не-не-не, да, не обижайся, это шутка гильдийская, потому что ИРЛ у нас играет протоваром. Это всё, не окей. В тебя, не в твой адрес. Не... Вы что обижаете тут людей? Суровый протовар, короче. Не-не, это не тебе. Чек на пол. Все хорошо. Протовары правят миром. Держите меня семеро, да? Про товары за скол вешают. Дал про товары обидел, Войт, бессовестный вас. Да я не то что обидел, я просто не одуплюсь, вы троллите или что там? Нет. Мы троллим Эрелла. Все, я понял, окей. Эрелл, ага. Если что, вон этот, маг ГКД Критс. Мысли, что за постава? Рыба вон с правой стороны стоит. Вося, ты тут, только тебя нет. Все, рейд собрали, короче, выбираем Орелла. Дайте пристабав. Даю. Давайте ролл кидать, кто Орелла. Давай. Сука. Я же говорил, когда крит, да. Не, меня там перекинули. Дед Фринси. Я второй раз рыбу жижу, что за фигня? Голодный? Следующие игроки отсутствуют, Даркхав просто. Сейчас я буду. Я уже тоже боюсь даже шутить по поводу протовара, ну блин. Что это? Бойт, это ты все виноват. Я тут, сорян. Лёха, подойдёшь станешь. Ты без меня, сейчас. Ладно, пуляем тогда. Походи, дарю, поем, блядь. Я, короче, ем. Врач сказал, что топ ДПС даст, короче, вы пройдете этого босса. Да. Сзади разбейте. Чё-то Лёха долго на шипе. Да можете не разбивать. Вар, у тебя 4-4, да? Нет, у меня там помоечный набор. Угу. Помоечный, ты чё, ты 9, что ли? Ты... Разбежали. В лужах не стойте. Ебать, демон злой, красавчик. Короче, кому интересно, батя фиксиков пишет.
Ебать, жопу разорвало нахуй. Пошел курить, еще раз обосрался. Пускай держит. Странный челик, да? Нахуй мне это пишет. Он увидел тебе друга. Он с тобой посоветоваться хотел. Думаю, что ты интерьер. Да тварь, здорово, блин. Здорово, здорово. Че ты голос знакомый? Этот, который постоянно ругается, блин, и все. А, это который дезморали? Да. Ну, там, дезморали, там еще что-нибудь там, вот, и типа, туда сюда. Че, как, делуха-то у тебя дела-то вообще? Все. Заебись. О, отлично. Бля, нравишься за меня просто и все, че, че я хочу делать. Че, еще раз? Ну, говори, нравишься ты мне. Нравишься ты. Разбежались. Он говорит, ты пассивный гей, короче, нормально. А, пассивный гей? О, нет. Ой, ты че сказал? Ты че смотришь? Не пассивный, он активный, ё-моё. А, ты пассивный, да? Я? Ты дурак? Да нет. Заканчивайся, ну. Ты подумай сам, я что ты говоришь. А, временами он уходит как бы на пассивного, да, а потом на активного? О, блин, это печально. Полигамный. Ну, блин, ну это, блин, это уже выбор людей. Экран заврут, блин. А ты в рейде с нами, Шамагол? Не-не-не. Я второй день уже бухаю, короче, и просто вот сейчас в игру захожу. Поднимайтесь, ребят. Чё, так бухаешь? О! Праздники у тебя? Да. Что за праздники? А, у меня у хорошего человека родился сын, второй сын. Ой, вчера. Клёво. Вот. Я из этого второй день пью с ним. Вот. Чё, не повод, что ли, или чё? Пока. А тут зашел в игру, потому что я вот когда вижу метку, то я хочу его. Все. Стойте тут, в толпе стойте. Сейчас танки. Не лишники не подходи. Кто на первой позиции? Чиф. Разве? У меня просто показывается. Ну, на ребре просто. Короче, ШП, бар, лок, рога и маг. Да, что-то лагает. Да не, я просто этот, альтабль. Бегать на месте? Не лишники, не подходите. Вань, там нет, поможет. К этим можно. Че, вы трайте аларов, гей? Ёбаный в рот. Че, аларов гири уже вышел? Так, ну, блядь, череп, ордер. Ебанутый моб, я не понимаю, по какого хуя он пошел на меня. Бык такой, блядь. Охуевший, да? Дерзкий. Кстати, Шамаго, Саука, не желаешь пойти? Нахуй.
Не, он не желал. Чё-то воет, веселее воет. Ща босс начнутся. Я не люблю просто, когда на босса пойдёт. Дойдём до ланы, мне будет веселее. Смотри, чё он быкует. Нельзя. Пришел, ребят. Беги, малыш, беги. Дайте только ману отпить. Кстати, парень, не забываем вам опять подходить. Это главный приоритет. Что там поставить тут? Кто не жадюга? Кто тут дал? Макро обнови, там МК, Инту. Да, сейчас обновлю. Ты ваш слева, я справа. Кто там по кнопкам долбит? Узнайте, пожалуйста. Ребят, я видите трэш. Не надо меня фирять под конец, пожалуйста. Чё ты такая делаешь? Да сберу скиллов, но это ладно. Вот это, кстати, не про товару. Я ругал. Чё кого-то ёбнул. Ух. Блять, меня выкинуло. Куда? Тебя выкинул? Да не, вот завис клиент с вами. Не отлагал. Успеем, нет? Конечно. Да. Вы меня не убить. Дайте ему брать огротку. Ерунда. На духу забейте. В смысле забейте?
тревод будут быстро прохиливать, то можно сбить. Да, я сыграл. Нужно Геру дать. А все в DC, да? Ну, должны быть. 26, ну да. Часть. По поводу роллов, по поводу спеков. Если вы идете в каком-либо спеке, в рейде, в том, котором плюсанули, и ничего не сообщаете по поводу ролла на второй спек, какой вам нужно там, или вы фуловый в какой-то спеке. Если вы ничего не пишете тому, кто распределяет шмот, то вы ролите на тот спек, в котором вы сейчас. Поэтому сейчас посмотрите, что вам надо. Пока вы не прибыли, силы были неравны. Капитан Мурадин ждет вас на борту Усмирителя Небес. Рело. Мы будем сдерживать Орду, пока вы не подготовитесь к взлету. Пехота Усмирителя, занять позицию. Я много дамага наношу. Тогда я. Войду пишите. Короче, роли на хила есть. Не-не-не, а так и надо, давай-давай. Объект по ролям. Ты на меня есть тут хорош. Все слышали, что я ролю на... Чё все села свежим? Не, ну на самом деле, типа, вообще это допустимо у меня, я думаю, должна быть. Типа, если ты идёшь в рейд в какой-то клуб, ну, у тебя кто-то знакомый, тебе ничего не надо, ты можешь попробовать. Не знаю, как по мне, это справедливо. Давайте я на самой крайней правой пушке стою. Так, да, кто вообще по пушкам? Я вижу, у нас приз желает, ант, кто еще? А вы танки без меня прохилите? Ну, вот люди встали. Люди, хоть плавал-то еще, конника. Ну, тут второй есть, ну ладно. Это, я как бы стою. Сядьте кто-то. Пушки не садятся. Я ДЦ, толку нет. А с правой стороны вторую пушку сядьте, с правой стороны кто-нибудь. Исповедь. Ладно, я сяду. Исповедь, я сяду. Меня будешь кастовать. Желательно садитесь те, у кого ДПС мало. Да я подумаю. Пока я сажусь, что ли? Да, садись. Войд, по дамажу. Войд по дамажу, я похилю, да? Войд на третью справа истерию. Сейчас вы ответите перед Солфангом. Сейчас, подожди, третью справа. Так, это как? Это вот раз, два, три. Вот это, да? Короче, нет. Короче, дал. На правой стороне левая. На правой стороне левой. Я, короче, дал с левой вторую. Второй слева. С
вторая пушка. Короче. ГП, значит. ГП, причина, не дал истерею. Вы чего все дохнете, вы хоть одну ракетку пропустите? Воздух не ставится. Чеев, как дела у тебя, нормально? Или что, или специально для тебя надо на мачту залезть? Или как это называется, это говно? Ну так, да? Ну Чейф может теперь бегать там как хочешь. А кто называет, кто знает, как называется вот это говно, где крепится шлюпка? Висит вот две деревяшки такие, у них шлюпка висит. Моряки есть? Блять, с своими моряками я пушку не разрядил. Правильно. Кто там на коне ездит? Кто? Кто? Там Лёха только может на коне ездить. О, не понял. Тут мои полномочия, все, блядь. Ну хули фановый рейд нужен хотя бы один. Я потею, вы развлекаетесь. Зачем вы перелетаете? Там же еще стоит. Взяли ачивку с второго. Что, сделаем таинственную даму сегодня? Они уже полетали. Обязательно. А таинственная дама это на воде. Так, у них или два полипала, частицы ни одной не вижу. Вот спадает 20 секунд частиц. Вторая есть частица? Перегрел пушку, блин, первая в жизни. А две разве можно? Там, по-моему, одну только можно. Да, две можно. Видите, там частицу, там 3 секунды. Все нормально. И что, ренжа не достает, пониже спуститься. Все нормально. Ну да. Нет, так не понял. Тебе пол хп снял. Black Knight, Black Knight, БР, БР Void Frozen. Быстрее, блядь. Баф не дайте. После заморозки все сюда, в стакиски. А там... Улетайте все после мага. Минус десант. Да. Улетайте, улетайте. Так вот, все нормально, и вас падает там. Алёха, чё, вниз прыгнул? И мага не добивали. Чё, вы решили не добивать, да? Короче, я побежал туда. Кто-то займите, кто-то займите мою пушку потом. А потом я не успел. Ты чё, блядь, стоял? Зачем там стоял-то? Свалите, чё сюда прыгаете, блядь? Чё вы тут, блядь, забыли? Поднимите вот танка бойтером, блядь. Подождите, пока стакет. Они, походу, два БР дали в одного, да? Я не вижу таймера. Я вижу таймеров у двоих. Танк танчит на своем корабле, перебеги, потом забери на себя Мурадина. Сейчас таки спались, но... Все, иди забирай Мурадина. По крылу перебегай. Там по крылу, ман. Ну, джетпак. Забирай. Ну, джетпак. Все джетпаки есть. Перебежали сюда по барму. Убили. Милики, которые есть, все бить. Бужах, не стойте, ну... И сразу убейте оружейников, чтобы они не ложили. Оружейников, которые в персе. Сова, развернись на 150. Оружейник стоит вот возле Мурадина, убейте его. И вот там понты хп. Всех адов бейте просто и все. Адов, адов. Кто на корабле?
ножки стреляются, чё? Руляю. Все, маг, давайте эти маг. Ильти варом. Упала. Руит минус. Влипал в себя хиль, там прожмут ВЗ. Маг, потом ружейник. Там ружейников понты хп. Это я бегаю пешком. Но. Сдодлите ружейник. Я сейчас ружейники рейд положил. Пал, прожми бабу. Все, улетаю. Улетаю, улетаю, улетаю. Второго танка положили? Да, ну, да. Серьезно? Пиздец. Вы, блядь, хилить будете? Коника, этот. Вышли? Стараюсь. Ты его стараешься. Ну чё, БР все, не алё, да? Нет, тут уже все, тут, ну... БР только у Штора, а он нет. Сейчас будет второй маг уже, как бывает. Только хилы остались. Он... Первый раз в жизни так. И то хули, блядь. Бывает. Так а чё ты стаки тогда не сбрасываешь, если ты видишь, что хилы тебя хилят? Зачем так ты чё-то опять перед... хилов хилят, блядь, я говорю, заебись, всё, заебись. Я пришел сюда и под 70 стаками держал, блядь, Мурадина. Охуенно ты прыгнул. Второй раз. Нельзя, сложно подождать стаков, чтобы сбросить. Ложимся, ложимся. Давай, тебя там по пол хп отрывало, я тебя оверхилил, но не успевал. Потом говорите. Короче, просто... Ресимся, просто, просто у меня купили за 100к вайп на кораблях. Говорит, блядь, вар, не есть никогда масса? Вайпа. На есть кораблях, масса? Блядь, покажи, пожалуйста. Говорю, следующий вайп я свалю. Если будет тебя выплатить. Это одна пуля. Стыд. Приветствую. Да хранят тебя предки. Там можно было выкрутиться, блядь. Пиздец. Просто мы не садимся. Да, можно было, но что-то на корабле 15 человек сдохли. Короче, да, садитесь кто-то вот в эту левую пушку вправо, я подамажу. Лево направо, во вторую тоже садитесь. Просто в пушке сидел? Нормального? Сидел. Ну, блядь, я спросил, кто пойдет, блядь, все молчат, хуй кто плюсует. Ну, блядь, самых последних по ДПСу посади, пускай одну кнопочку тыкают и вторую нажимают. Убираете 90 и разряжаете двойку. Все, там кто-то встал. Давайте, побегайте быстрее. Там лок, шаман. Шаман добегает. Давайте, баф. Все тут бафы. Берите рюкзаки, одевайте, кто забыл. Метки в пушках, остальные отошли от пушек. Пускай уж. Все милики в этом корабле. Бьете трэш. Да, у метки уехали. Все РДД на тот корабль, все милики здесь. А там же, когда по Мурадину идет урон, у него стаки быстрее набираются, правильно? Да. Ну, по крайней мере, так должно работать. Я не знаю, как тут. Старайтесь как-то ружейников, которые рядом с ним не уехали. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу! Не то мы ее прямо в небе взорвем! Арте тут делать нечего! Пехота! Сержанты! Бой! Ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Корабль подо
Мак. Заклинателя сюда, пусть заткнет эти пушки. Убили мага, улетели обратно. Не надо никуда улетать. Да ебал нахуй, они не захилят опять. Я скажу, когда сейчас будет. Сейчас побыстрее. Сейчас пушки тоже. Просто бейте ада. Еще один раз, и можно перелетать. Это рано, после следующего мага. Мага сливаем, сваливаем. Ну, про это я говорю, да. Как бы прилетают пол. Все, сваливаем все с корабля. Вот, свалим. Все, погнали на тот корабль. Все, сваливайте. Разгружайте. Альянс повержен. Вперед, короля лючу. Мне опять пиздох. Посмотрите меня сейчас. А по пету дамаг 90% уменьшается, или сколько там? Там талант какой-то или что? По области. Там АУЕ, АУЕ урон. Ну, по области, которая. Мак, дай им-ка. Скал, пожалуйста. Ты я локу кемка кидаю. Ты шо? Ну ладно. Кстати, сейчас, по-моему, подожди. На меня с ней что-то упадет или нет? Колка нету, да? Йо. Может, дальше начнем. Че, я здесь. Флаг обновить. А, есть, все нормально. Там он рыба, если че. Что тебе нужно? Коркран! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Лет только что! Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону! Вы спрашивает, как Волеру? Да я хуй знаю. Да порол, я просто бей. Чё значит, как Воля ролится? Я хуй знаю. Да, хотя бы один пик ДПС ролит. Спрашивает, трэш, не трэш. Чё, ролят все.
Я только рулю Вольду, остальные не рулят. Зависит от дальнейших действий Вейда на следующий бой. Зависит, да. Пить, не тупить. Хилы точно не рулят, блядь. Не захилили танка, на. Там это ребро. Там тотемы в центр, пожалуйста. Чё за ребро? Вот этот ребро, который пятый пати, блядь, на мишку ролит. Приоритет прач, ребят. Ну про кровь по идее, да, кто выиграл там убил. Ну типа по ДКшке, давай. Что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно покорили короля меча? Эх, там. Померить бы мне только ПС. Ты рано нажал. Так хочешь? Да не, перенервничал, что-то забирай. Бывает. Отлично. Что, блядь, у вас босс двигается? Не знаю, вроде не двигался. Хула только. Кого-то. И это как-то назвала ДК, да? Трэш, я понял. Да, именно он. Печаль, беда. Чё он? Он апает болячки. Дальше. Ну, слушай, Лёх, неплохо, 13к. 13,5 почти. Подожди, не открывай, не открывай. Уже да. ДК, заходи. Я уже открыл давно. Открыл. Чё, воли нет? Нет. О чести, герои, как вы чувствуете, как король Рич наблюдает за нами. Куда идем мы с пятачком? Право, лево? Как обычно. ДК за Вольди шел?
что говоришь? Быка заводишь, он? Захожу, но мне сейчас надо будет ламчер обновить. Ты заводишь его? Тринку. Да нет. Раз он ответил, значит не заводили. Можно я сейчас офнусь, чтобы обновить лаунчер, потом зайду обратно, меня сломанут. Да, конечно. Пока прыжкаем. А, выпало что-нибудь на ДК, кстати. Есть только запястье. Кроме воли ничего не падало. Токен выпал, ДКш. Вальку, блядь, сзади. Свищитесь, Вальк. Череп, череп. Заберите, не трэш. Какой фрагмент? Ну, вопрос. Полетело, блядь, вроде никого справа не было. Я не видел на этом так. Возможно. Давайте только не все разом. Там новый пак идет, переагрить. Слова звездопад. Ну он до этого нажал, ладно. Нельзя звездопад сжать. Там от природы, пожалуйста. Спасибо. Зачем вот ты встаешь, Шанечка? Бывает, слышишь? Чё? Слышишь какую-нибудь историю? Это скучно, блядь. Ебать, я охуенно рад рассказывать истории в 4 часа утра. Охуенная история, да? У меня 7 утра. Заебало что-нибудь, расскажи. Что-нибудь послушайте. Мне вот что-то про товара, блин, даже не хочется. Вдруг про товар, который у нас в Леди не так поймёт.
Мы-то гильдийские привыкли уже к этому. Короче, на циркуле все ходили в рейды только с ДК и палом. Ну, типа, про ДК и про ДПАЛ. Все, когда с ПГР ходили. И наступил такой момент, что все оделись. Ну, только все бисовые. Только, ну, нормальный РЛ, если анонсил, что куда, что делать, кому. Куда типа рейд убивал, что. Если не было такого РЛа, то рейд был просто стадо баранов. Ну, короче, все стало так легко убиваться, что стали танчить даже про товары. У Виси, конечно, с четырьмя напулами, с шестью хилами. И что потом? Шести хилами такой, потом, и замолчал. Короче, потом, короче, однажды надо было затанчить Черкарей, ЦВК 25 гер. А потом сделали так, что Шеркари, короче, они сначала били по 12 тысяч, под Берсой там по 20. Там моя упала. Или моя. Под Берсой там по 20. Ну и, короче, как-то раз сделали обнову, что Шеркари стали бить по 50 тысяч без Берсы. Под Берсой по 100 тысяч. Разроли людям ленточку, пока не пропали. Я разрулю. Ну, короче, получилось, что если ты не дашь стан на персу, ты... Короче, это ролл, понимаю, да? Да. Короче, Войт угадал с роллом. Вы поняли, да? Супер. Ну-ка, давай-ка. Да не, все, у меня остается. Коронавирус, блядь. Интересно, что хуже, про товар для рейда или коронавирус? Наверное, про товар. Так, там вар еще не вернулся. Какое? А, не, вроде тут. АФК, Полина, слышишь что? Дай мне эту ленточку. Я ее уже одела, нет. Зачарила, скажи. Снимай ее быстрее. Брюлик ставила. Да-да, я уже заюзала ее, извини. Так, каску по шаманам ребафните. Крест. Крест дали. Кто не знает, Вар что тут делать? Да? Да он вроде тут, Империон, ты тут? Или он следует за кем-то? Он походу не следует. Кто не знает, что тут делать? Ебать ты, стой, не пуль. Чей ты пет прыгнул? Нет, это я вспомнил. Короче, споры две. Если две споры в миле, одну выносит метку такую. Три метки в каждой должно быть в споре. Стой, стой, Вар. Нихуя. Ты что, угадал, что ли? Марк. Я, кстати, не знал, что кидает именно эти метки. Кстати, вот это я идеальную тактику открыл. Нет, это ДБМ такой. Круто. Бля, как же все-таки жестко. А ДК, а нет. Вы что, блядь? Что-то. А типа один к одному, как первый раз, нельзя было отнести, да? Квадратик, квадратик, крестик, крестик.
Я на это не смотрел. Конец. Щиты пробивает, это что-то. Ну, главное, это скоро лопнуло, она так пробивает. Бля, а где маны? Рэд или бьют синий жаль. 5 хилов, хилим одну цель с танка. Фул хп ж. Ну, мили верни, квадрат, мили. Я ж с перепугу нажал. Забирай варну. Все, больше ничего не выносите, не разносите. Главное, чтобы две в мили у него было. Ну-ка забери еще раз. Хуй знает, что за хуйня. Нахуй мне 10-й старт. Бейте вара. Два промаха провокации. Одна из мили вынеси. Крест. Кильте милиздон. Успеем, нет, до взрыва? У меня ни одной споры нету, нахуй. Крышу успеем, пишу. Если вот такая блевота не будет китайская, блядь. Ну хорошо, всё. Сапошечки вот вспомнил. Молодец, что оставил столько газа. А, так, стоп. Надо прочекать. Я его даже чувствую. Да, пиздец. Нет ничего. Нет. Вообще ни одного вообще не упало. Вообще ни одного вообще не упало. Так старательно собирали рейд. Ты промахнулся, что ли, да? Это кровь, походу, да? На ролл. Войд. Ты проще скажи, да и все. Да ебать, я не понимаю. Оно меняешь, а потом какой-то промежуток времени проходит, пишешь что-то, и она опять пишет на этом обоссанном наречии. 2.71. Вары первые, последние, переролить. Харт. Вар с цветением, с глорой. Жесть. У него четвертого куска, по-моему, нет. Обновите кулак по канту. Ой, кулак, каску. Нормально. Вар, блядь, осторожно. Ты
Ой, давай еще какую-нибудь историю, а ты сейчас заснул, блядь. Нормально, зато смотри, как хорошо проходит. Ты просто помнишь какие-нибудь истории? Ты пиздец, блядь. Ходячий сказочник. Макс Костанантес. Делайте ваши заявки. Ну, с циркуля что-нибудь хуй знает смешно. Помню, как Макита бегал в ДК в полке вашему. А, ну и тот еще дурачок. Ты кричал, что он хил, да? Да. Ты пизданулся. Да надо ебануть там быть. Ты такой задонатился. Так прикол в том, он часть этого шмота задонатил. Это вообще бред. Знаешь, чтобы в Долоране постоять пару опыт, блядь. Точно ебан, блядь. Ну, у человека деньги есть. Что хочет, то и делает. Ну, чтобы постоять до Ларани, блять, это, по-моему, через чуму. Улдрейды, реально. У каждого свои приколы. У нас тут ложа в центре, тут, да. Это тоже прикол. Ты представляешь, Полин, ты стоишь, короче, да? Ходишь к хилом в рейд, а там хуяксно там к шмот надеваешь. Ну, примерно так. Где лужа? Не вижу ни одной лужи. И стоишь, короче, до вора не кричишь, я танк. Вот как видос с Мунримом, как люди одеваются на пират. Там фантысом, тут пятка, тут бед. Ты его часто смотришь? Я просто раньше... в одно время его часто смотрел. Да, раньше контент у него подводит не был. Сейчас он, знаешь, выберите большого.